субботу. Кто счастлив, тот и прав. Дмитрий Быков спорит со своими студентами о назначении интеллигенции. Ты не можешь отсидеться. Это не может считаться победой уже. Ну, доказывай. Как же это не может считаться... Фига себе, простите. Как же это не может считаться победой? Бисер перед свиньями. И приводит в пример произведения Василия Аксенова и Юрия Трифонова. Мата своему королю он не забит. Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература. В субботу. В 6 вечера на RTVI.